Видео, опубликованное в интернете о том, как сотрудники ДПС ГУВД вымогают взятку в 5000 сумов, не обсуждал только ленивый. Все призывали наказать виновных. Одни говорили про наглость сотрудников дорожно-патрульной службы, другие – про действия ребят. Он у тебя деньги просил? Он просил. Ответственность понесут все без исключения. И инспекторы, и гражданские лица, пособники отметили в ГКНБ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений предусмотрено статьями 304, то есть злоупотребление должностным положением, и 313, вымогательство взятки Уголовного кодекса Кыргызской Республики. Управление внутренних дел Октябрьского района города Бишкека в отношении указанных двух граждан возбудило уголовное дело по факту хулиганства. В ДПС говорят, что на такие факты руководство не будет закрывать глаза. Любое нарушение со стороны дорожных инспекторов будет наказываться по всей строгости закона. При этом они призывают и водителей перестать пытаться в случае нарушения правил дорожного движения решать вопрос на месте. Как гражданин, во-первых, не надо нарушать правила дорожного движения и не надо просто предлагать деньги нашим сотрудникам. Раз нарушил, пускай спокойно дают нашим сотрудникам, чтобы они составили административный протокол. Между тем, гражданский активист, который и выложил видео в интернет, признается, что такие факты коррупции встречаются повсеместно. В день в их инициативную группу обращаются около 100 человек с жалобами на сотрудников ДПС. И в прошлый раз был своего рода эксперимент на принципиальность дорожных инспекторов. Эту проверку они с успехом провалили, говорит Болот Ибрагимов. Сотрудники ДПС перед тем, как вымогать взятку, они будут теперь думать, они будут бояться, они будут смотреть по сторонам, как минимум. И уже если в следующий раз кто-то без документов будет ехать, это может оказаться возможный угонщик, возможный преступник. Они будут уже водворять автомашину на штрафную стоянку. В настоящее время расследование двух уголовных дел по фактам вымогательства, взятки и хулиганства проводится Следственным управлением ГКНБ. Джибека Барбекова, Медер Джанбиишев, Общественный, Первый канал.